Всем привет! Сегодня продолжение обзора построек базальта. Если ты смотрел аниме Евангелион, то думаю, ты поймешь, откуда это. Я не смотрел. Столько пушек. Ну да, мы тут. Этот. У моего друга был просто Евангелион. И он был намного сильнее, чем вот этот. Поэтому, ну, как мог, так я это делать. Это просто кастомный наш. Это, наверное, первый, да? Такой, а вот этот более такой красивый. Ну, да. Это понятно, но у него наверху самый красивый вот этот круг. А как его активировать? А просто там садишься на стул, ставишь под себя тортики, желательно, чтобы к стенке более. После этого встаешь, ну, убирать надо будет стул, и просто ходишь персонажем. Сейчас фиксацию себя отключу. Не знаю, как это сделал мой друг, но у него Евангелион прям сам мог ходить, не вот так вот. То есть он прям мог ногами идти. Вижу. А как из пушек стрелять? Есть много кнопок, на какие нажимать? Белая кнопка ускоритель и этот пушки одновременно. Просто так было удобнее сделать. Ой, я молоток поднял. Я нажал на белую кнопку, теперь проверю вот эту. Это наверное, по-моему, гарпуны. А нет, это пушки. И а да, гарпун. Это пушка и гарпун. Это вот этот гарпун, это чтобы поднимать главную руку с молотом. Бывало у меня. О. Это делать прыжок. Я кого-то да, поймал. Ну, другого робота поймал. Выключи. Там трудно будет второй раз на рычаг нажать. Я вот это еще не исправил. Не постройка трудно. Старая. И последняя кнопка осталась. Тоже гарпун. Давай посмотрим следующую постройку. Ага. Следующая постройка. Так, какую бы показать? Вот это корабль из игры Intrusion 2. А что он умеет? У него выдвижные эти для этих, которые будут падать с парашютом. А парашют есть? Выдвижные. Парашют есть? Парашюты вон там вот. Ну там были все парашюты, но они уже упали. Могу заново поставить, чтобы ты мог одеть парашют. Там просто тортик надо поставить. В принципе, не надо. Это мы просто воевали с друзьями. А как его включить? А вот. Там этот, на F надо нажать в этом, на сиденье. У тебя это темно-зеленый. Там вот. Я не могу тебя активировать. Вон там вот дальше сиденье. Просто не сможешь свой активировать. А в полете ты не сможешь активировать. Я просто проверял это. Кстати, у моего сиденья тоже есть. Вот сейчас в полете покажу. А как мне парашют включать? Нет, ну когда я буду выпрыгивать? Не знаю, но... Давайте попробуй сейчас. Повыше полетим, повыше. Что, окей, сейчас повыше. Только надо над землей летать, а то я не хочу в воду падать. Ну ты долго будешь на парашюте падать. Вот. Там встать, я дверь, открываю дверь, ворота. Открывай дверь. А что у меня с парашютом? А это бывает, он иногда переворачивает парашют. Не знаю, у меня ты летишь. У меня вот... Я сейчас это покажу. Механизм выпрыгивания сиденья пилота. И в принципе отключить парашют. У тебя сзади, по-моему. Нет! Все, я разбился. Механизм, значит, как у меня выпрыгивает пилот. Нажимаю, чтобы активировать магнит. И включаю парашют, сиденье цепляю. После этого еще раз на J. И я выпрыгиваю, ну, точнее, катапультируюсь. Катапультирование. Каждый из вас может помочь мне в развитии канала, поставив лайк, писав комментарии и, самое главное, поделившись этим видео с друзьями. С вами был Геймс, всем пока!